друзі, як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. Як завжди, по середах Рада національних товариств Миколаївської області представляє. І я задоволенням представляю вам наших сьогоднішніх гостей. Голова громадського об'єднання «Русич» Тамара Білоусова, головний зберігач фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею Лілія Редька і завідувач музею підпільна партизанського руху на Миколаївщині Катерина Секрета. Друзья мои, здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Господа, я думаю, вы заметили, у нас сегодня непростой эфир. Мы приглашаем вас вместе с нами попить чай. Вот видите, у нас уже сервирован стол, и в чашках налит совершенно настоящий чай, очень ароматный, конфеты, печенье. Ну, то есть я думаю, что мы с вами приятно проведем время, тем более, что и повод у нас очень замечательный, потому что несколько дней назад в музее подпольно-партизанского движения на Николаевщине открылась, друзья мои, совершенно потрясающая выставка. Тамара Николаевна, подхватывайте. Ну, дорогие друзья, николаевцы, в преддверии Нового года, ну, как не сесть с друзьями и не попить чайку? Тем более время позволяет. Конечно, время позволяет. И тем более тематика такая. Вот Лилия Владимировна предложила, давайте проведем такую чайную церемонию в рамках их проекта. Лилия Владимировна об этом скажет. Ну, естественно, по-русски, по-доброму, по-сердечному, по-николаевски. Приготовили мы, накрыли стол с... Сервировали, кстати, две отличницы ВПУ-1, Екатерина и Настенька. Вот, пользуясь случаем, большое вам спасибо, девочки. Русал нас презентовал своей посудой, замечательной посудой, поэтому чайная церемония была как бы по-настоящему. Вот. И самое главное, что пришли русичи, друзья, те, которым было это очень интересно. И студенты были, вот Лилия Владимировна пригласила. И вот такой большой николаевской семьи прошел замечательный праздник, теплый, радостный, вот с познаниями и вместе с тем и с общением. И еще такая вот у нас была фишечка, пришел из дворянского собрания представитель, принес такую уникальные работы, на крышечку бисером вышито еще 37-го года. Подставочка. Фаберже, да? Да, да. Так, вот, мы его так просили, ну, дайте фонд музея, может быть, что-то. Он говорит, я уже там брошь какую-то, бабушка еще вышивала. Вот. Ну, а как же без Совета национальности? Были замечательные наши друзья, и греческая община, и ромы. Ну, в общем, пришло очень много друзей. Всех. Да, и Мурат Джамалович, и Лолита Мурадовна. Мурат Джамалович так постарался, для нас печенье заказал, но мы еще не воспользовались им, ну, с блокадниками будем пить. Вот, поэтому большое всем спасибо. Потому что вот как бы... Если в кругу друзей, вот всегда получается по-хорошему, по-доброму и от всей души. Да, когда в кругу друзей, это всегда здорово, правда, телезрители? Но вернемся к выставке. Выставка называется «От античности до современности». Лилия Владимировна, я думаю, что вы как инициатор создания и открытия этой выставки, будьте добры, друзья мои, прошу обратить внимание, Лилия Владимировна Редька, она главный хранитель фондов Николаевского областного краеведческого музея. Представляете, главный хранитель фонда, то есть она тайна, женщина-тайна, рассказывайте. В фондах Николаевского областного краеведческого музея хранится более 400 тысяч музейных экспонатов. Сюда входит и основной, и научно-вспомогательный фонд. И только совсем небольшая часть из них выставлена в стационарной экспозиции. Но понятно, что все предметы показать просто невозможно. Но я, как сотрудник отдела фондов, могу заверить, что в его запасниках хранятся не менее интересные предметы, чем выставленные в экспозиции. Поэтому возникла идея у сотрудников отдела фондов периодически показывать музейные коллекции через предметный ряд на выставках.
Так в прошлом году у нас тоже был очень хороший проект, он назывался «Все дело в моде». Там были выставлены предметы конца 19-го, начала 20 века. Это женские аксессуары, предметы быта, даже дамский пистолет, который, да, замечательно помещался в женской сумочке. В этом году... Настоящий стрелял? Он фондовский, но настоящий. В этом году мы решили показать коллекцию посуды с фондов музея, которая очень долгое время комплектовалась нашими научными сотрудниками. И я думаю, что эта выставка удалась, потому что предметный ряд очень интересный. Выставка сейчас экспонируется на базе нашего филиала музея «Подпольно-партизанское движение на Николаевщине» по улице Лягина, 5. Нею заинтересовались, ее посещают, и мы хотим пригласить всех, кто еще не окунулся в мир XIX века, посетить этот музей и посмотреть нашу выставку. Но прежде чем мы дадим слово нашей еще одной гости Екатерине Владимировне Секрете, я предлагаю, давайте посмотрим фотографии этой выставки и заинтересуем вас, телезрители. Я думаю, что это не помешает вам, вашему чаепитию и нашему тоже. Я попрошу нашего режиссера, будьте добры, покажите нам, пожалуйста, фотографии этой выставки, чтобы телезрители увидели. Лилия Владимировна, выставка будьте называется добры. «От античности до современности». Хронологический период от эпохи бронзы до конца 20 века. Это кастрюльки такие, да? Нет, античные. Это горшочек, который назывался «Близнецы». Он датируется концом 17-го, начала 18 века. Ой, это для орехов колоть, да? Да, это щипцы для орехов и для колки сахара. Также были представлены щипцы для того, чтобы укладывать сахар в сахарницу. А это формочки для приготовления печенья. Здесь представлена посуда, которой сервировали стол, лимонницу. Мы видим тоже интересный очень предмет. Это фруктовница. Уже какие, да, самовары. И не обошлось, конечно же, без самовара. У нас на выставке было представлено два вида самоваров. Один настольный, который выставлялся непосредственно на стол для домашнего чаепития. И второй трактирный большой самовар. И первый, и второй датируются концом 19 века, а точнее 1898 годом. И первый, и второй произведены были на Тульской самоварной фабрике Василия Батащева и его наследников. Также была интересна фарфоровая фаянсовая посуда. Милые стопочки. Вот такие, да, рюмочки стеклянные на высокой ножке. Они назывались лафитники. Это название произошло от дорогостоящего красного вина лафит. Вот, уже давно исчезло дворянское сословие, уже не выпускается вино лафит, но вот такие лафитные стаканчики, да, здравствуют и ныне. Конец 20 века был представлен предметным рядом из деревянной расписной посуды, и заканчивалась наша выставка господином каждого дома патефоном, потому что очень часто застолья, чаепития, ужины, обеды сопровождались музыкой. Музыка была живой, исполняли романсы под гитару, пели песни под баян и могли слушать вот такие виниловые пластинки на патефоне. Вот такой комплекс был представлен у нас на выставке. Как красиво! Как красиво, телезрители, правда? Какая потрясающая посуда, и вообще пахнет это все тем забытым, но таким, в принципе, родным. Екатерина Владимировна, будьте добры, на базе вашего музея развернулась такая выставка. Дело в том, что когда Лилия Владимировна как инициатор предложила, как автор этой очень замечательной выставки, открыть именно на базе нашего музея, конечно, не возникло никаких вопросов, лишь только мысль, как помочь, потому что музей подпольно-партизанского движения, как вы знаете, славится тем, что много-много лет именно рассказывает о жителях города Николаева, Николаевской области, которые защищали наш родной город, да, и Николаевскую область во время Второй мировой войны.
и очень имеет такую узкую тематику. И поэтому открытие такой выставки – это было не только заинтересовать посетителей, жителей города, гостей, но и также напомнить людям о том, что, несмотря на то, что была война, как и Первая, так и Вторая мировая войны, да, мирная жизнь, она существовала и она была. И она как бы не чужда каждому из нас. Мы сейчас тоже с вами наблюдаем, ну, как бы непростую ситуацию в Украине, но тем не менее... Во всем мире мирная жизнь, да, она существует. И поэтому, конечно, очень большое спасибо нашим фондовикам, что они нам помогли создать такую очень замечательную и очень такую душевную выставку. На самом деле, когда посетители посещают наш музей, очень интересно, что она привлекает внимание очень сильно, потому что, вы знаете, тут как бы снаряды, такая вот тема трагическая, а тут как уголок и быт дома. Потому что задрапировано все с такой любовью, представлена посуда, как будто ты, знаете, пришел к себе домой. И мы пытаемся также, как сотрудники музея, рассказать более душевно и более с любовью об этой выставке. Я очень надеюсь, что наши жители города Николаева, Николаевской области, которые приезжают в наш город, я вас всех приглашаю, пожалуйста, посещайте нашу выставку, потому что мы планируем, конечно, выставка у нас еще будет экспонироваться, я думаю, где-то еще до марта следующего года, поэтому мы вас всех приглашаем, приходите, пожалуйста, к нам. Тем более, что эта выставка, она построена на таких контрастах, да? Да. Вот как вы сказали, значит, с одной стороны снаряды, вот этот трагизм, война, да. А здесь, тем не менее, сохраняется мирная жизнь. А что может быть дороже мира, Тамара Николаевна? Я еще добавлю. Вот ваша организация, она очень много делает для того, чтобы сохранять этот мир, хрупкий мир, но такой необходимый. Вы знаете, вот чисто материнское сердце, сердце женщины, матери, вот мне говорит, придет скоро такое время, мы будем жить в мире. Я так хочу. Вот, и с кем бы мы ни общались, вот с друзьями, вот как, какая-то уверенность, пусть Божье провидение вот будет, и мы хотим об этом, мы об этом говорим, и пусть нам пошлет мир во всей земле. По всей земле, потому что мы никогда не делим, все хотят жить на этой земле счастливо, и пусть люди будут счастливыми. Я хочу добавить, самое было интересное. Лилия Владимировна уже улыбается, знает. Вы знаете, о чем мы были потрясены? Потому что силами сотрудников краеведческого музея они инсценировали чаепитие. И настолько была эта газета, какого года? Дореволюционная газета, да. И Николай Иванович Брояк приехал с Корабельного района, с этого Жапнева, не, Корабельного дома, дом культуры. Он в роли отца, он так сыграл. И сотрудники, а девушки, какие вот 18 век, да? Вот играли роль гимназисток. Да, как пили за чаем. Гимназистки румяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка. Да, и за чаепитием. Но потом сбивали, а сначала пили чай и показали, как это красиво, как это, как потом. И даже говор был вот такой, знаете, вот с чаепитием. И сюжет, настолько подобранный сюжет. То есть не просто выставка, да, а именно целое действие, которое сопровождает эту выставку. А как играл музыкант на гитаре, мальчик, студент. А как пела Валентина, Валентина Овсянникова. Вот, запомнила я ее настолько, потому что, понимаете, вот это настолько, вот это радушие. Вот это был праздник, это был действительно областной краеведческий музей, сделал праздник, как нам, отдельной части горожанам, кто посетили первыми. И я думаю, что придя, люди увидят, действительно, есть на что посмотреть. Приходите, николаевцы, получите море удовольствия. Да, ну, правда, не будет гимназисток и музыки, а пусть но тем дома не менее. Обыгрывают. Сидя, да,
Чего там сидеть, уткнуться телевизор? Пусть. Будет? Да. Потому что экскурсия по этой выставке заканчивается у нас именно прослушиванием. Мы включаем патефон, ставим пластинку, ага. Да. И выставка именно заканчивается прослушиванием музыки. То есть все по-настоящему? Все по-настоящему. Друзья мои, вот вы знаете, действительно, это очень хорошо, это просто замечательно, что у нас происходят такие события, которые позволяют людям и отдохнуть душой, и, ну, и телом тоже, ну и даже и попробовать что-то вкусное и полезное. Но ведь подготовка к этому мероприятию, она занимает массу сил. Это ведь для того, чтобы подготовить, ну, любое мероприятие, даже самое маленькое, за ним стоит работа. А за таким большим мероприятием стоит еще большая работа, Лилия Владимировна? Да, но я хочу сказать, что нам очень много сотрудников наших оказывали помощь подготовки этой выставки. Это и абсолютно все сотрудники отдела фондов, они принимали участие в отборе экспонатов. Это и сотрудники подпольно-партизанского движения, потому что вместе с ними мы монтировали эту выставку. Причем помощь оказывали все, начиная от кассира до заведующей музеем. И наши реставраторы, которые в первую очередь реставрировали предметы, поступившие на выставку. И наш художник, который вместе с нами формировал распределение предметов на выставке. То есть абсолютно все. И задействованные сотрудники были из других учреждений культуры. Ну, то есть все, понимая нашу задачу, пытались вместе с нами ее решить. И я, конечно, очень благодарна всем. И благодарна в первую очередь Тамаре Николаевне за то, что она вот эту традицию чаепития помогла нам реализовать в действительности, потому что только благодаря ее участию мы смогли после выставки всех присутствующих угостить чаем. Для людей это было неожиданно, но в то же время очень приятно. Спасибо в целом обществу «Русич». Нам очень приятно с этими людьми сотрудничать, потому что они всегда очень с большим энтузиазмом подключаются в решение каких-то наших проблем или наших инициатив, поэтому мы надеемся на дальнейшее с ними сотрудничество. Тем более, вот сегодня, сейчас даже из ваших уст, Лилия Владимировна, настолько активны, Тамара Николаевна, ну вы просто, знаете, кладезь активный, вы такой энергетический генератор, который расплескивает вокруг себя деятельность, причем деятельность, направленную на добро. Вы, наверное, и заряжаете всех на добро. И знаете, вот многие говорят, что сегодня? Сегодня ничего. Тамара Николаевна. Сегодня я вам хочу сказать великое начало от профессионализма. Вот Лилия Владимировна, не настолько я, допустим, я вот действительно, я хочу, чтобы было хорошо, добро, и я что-то придумаю. Но то, что делает профессионал, Лилия Владимировна, у нас второй раз, мы первый раз проводили научно-практическую конференцию. Вони своїми діяннями, працею та розумом прославили наш край. Це були учені, геральдисти, працівники, научні сотрудники музею. Ми дійсно провели сногсшибательну конференцію в Русском театрі. Вот, полон зал був і студентів, і учащихся. Но только благодаря Лилии Владимировне, потому что она настолько подобрала профессионалов на эти выступления, на эту конференцию, что дети в течение 2 часов, никто даже не посмел шелохнуться и выйти, настолько было интересно. Это была конференция супер, мы до сих пор поражаемся и удивляемся, что настолько было интересно, эти материалы есть. И настолько была выстроена конференция. Вот с Лилией Владимировной, когда они сказали, что вот артисты с другом вышел путь, веселее дорога. Вот, а тут просто друг, а да еще и профессионал, понимаете? Поэтому она была действительно от души.
И то, что там мы вложили, это правильно, так и должно быть. Вот, так, вот такое сотрудничество. Совет национальностей, областной краеведческий музей. Мы подключаемся как общественные организации. Но все ложится на их плечи. Вот на этих плечах они вынесли такое красивое мероприятие, подарили городу открытие этой выставки. И я думаю, она будет звучать. Пусть весь мир знает, что в Николаеве есть такая выставка от античности до современности. И пусть возрадуются все национальности, потому что у нас многонациональный город. И не важно, какой национальности, главное, что ты в себе несешь. А у нас Совет национальностей, вы знаете, работает на 100 баллов. Да, девчонки, а вот если честно, как мы уже говорили, что организация любой выставки – это труд, а организация большой выставки с привлечением огромного количества людей – это, конечно, колоссальная работа. Но вас же никто не заставляет это делать. Нет. Ну, вот если честно, ну, вот в школе, например, да, там нужно определенный набор планов сделать или еще где-то, то есть что-то нужно сделать обязательно, а что-то можно не делать, значит, не делаем. То есть можно не организовывать, а можно и организовывать. Вас же никто не заставляет, это ж не обязательно, это просто от души идет. Дело в том, что сотрудники отдела фондов краеведческого музея уже давно хотели, и сейчас мы хотим, чтобы все фондовские предметы, у нас фонды в закрытом хранении, могли увидеть наши посетители, то есть жители города, области, просто гости музея. Просто так прийти и посмотреть фонды, что хранится в них, невозможно. А вот через выставки, которые мы периодически собираемся делать, музейные предметы можно увидеть. Поэтому, когда приходят люди и смотрят, и восхищаются предметами, и им интересно, нам тоже очень приятно. И впредь мы также собираемся периодически выставлять предметы на выставках. У нас замечательная коллекция монет, замечательная коллекция оружия, как холодного, так и огнестрельного. Замечательная коллекция музыкальных инструментов. И в следующем году мы хотим показать выставку об истории музыкальных инструментов с фондов Николаевского областного краеведческого музея. Мы хотим ее открыть в октябре месяце ко Дню музыки. И я думаю, что она также очень понравится нашим посетителям. То есть вы уже прозреваете и мыслите на практически на год вперед, на перспективу. Да, на перспективу. И вот это очень удачный ход, что, и я думаю, что это очень удачный момент в том, что вы привлекли и музей партизанского движения, потому что действительно, Екатерина Владимировна, вы правильно заметили, что в музее есть одно направление, но ведь он, в принципе, он рассказывает о героических людях. Да. Поэтому и хотелось бы, чтобы и ваш музей тоже вел очень активную жизнь. Но мы как можем и стараемся, ведем активную жизнь, мы стараемся открывать очень интересные выставки, поэтому... Вы тоже всегда в поиске, да? Да, мы тоже всегда в поиске, мы вот планируем наш как бы ближайшее открытие выставки, это новый рик в окопах, это ко Дню Святого Николая, то есть мы хотим привлечь наших детей дошкольного возраста, также и школьников. Хотим показать там игрушки, опять-таки, с фондов Николаевского областного краеведческого музея. Игрушки периода конца 40-х, начала 50-х годов, открытки, газеты. То есть хотим показать, что в 43-м году выходили газеты, где было также поздравление с Новым годом. Ну, то есть, и это все предметы, которые у нас представлены, это также из фондов Николаевского областного краеведческого музея. И вот эта тема, она, в принципе, неисчерпаема. Нет, она неисчерпаема. Дело в том, что, понимаете, мы должны все-таки нашей молодежи, нашему молодому поколению постоянно не напоминать. Потому что я считаю, что история не должна повторяться. Мы должны просто извлекать полезные уроки из нее
И поэтому, конечно, мы стараемся, как и можем, преподносить эту тему, чтобы она была более и более актуальной в наше время. Да, в наше время, чтобы та тема была актуальна и в наше время. Друзья, у нас остается буквально минутка, но я думаю, что хватит времени, чтобы, Лилия Владимировна, будьте добры, для наших телезрителей слово молвите. Только два слова. Я хочу, чтобы все жители нашего города, Украины, жили в мире и согласии, чтобы их всегда радовали вот такие интересные, хорошие моменты, как выставки, как концерты, чтобы они не отвлекались на все плохое, и чтобы в их жизни все было только прекрасно и замечательно. И мы, конечно же, ждем вас всех у нас в гостях. Друзья мои, спасибо большое. К сожалению, Тамара Николаевна, вы в следующий эфир молвите слово, потому что, одно слово, будьте добры. Люди, будьте счастливы. О, замечательно. Друзья мои, будьте счастливы. Сегодня мы пили чай с такими замечательными, красивыми, потрясающими совершенно женщинами. И я думаю, что вы не зря сегодня были с нами. Оставайтесь с нами и в дальнейшем. Це була розмова на тему. На все добре.